Кукси – корейская окрошка. Уже само название говорит о том, что едят этот суп преимущественно холодным, хотя в теплом виде он тоже вкусный. В преддверии лета давайте приготовим окрошку кукси. Готовится окрошка кукси просто, но потребуется от 1–1,5 часа. На первый взгляд в ней очень много ингредиентов, но они все хорошо сочетаются. На выходе мы имеем холодный и сытный суп, который отлично подойдет в жару. Часто в такую окрошку кладут молотый кориандр, но это дело вкуса. Свинина – 350 грамм, мякоть. Капуста белокочанная – 250 грамм. Подсолнечное масло – 30 миллилитров. Помидор – 1–2 штук. Огурец – 1–2 штук, свежий. Яйцо куриное – 1 штука. Лапша – 100 грамм. Бульон мясной – 700 миллилитров. Соевый соус – 4 столовые ложки. Уксус – 1 столовая ложка. Сахар – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Чеснок – 1 зубчик. Укроп, кинза – 10 грамм. Зеленый лук – 10 грамм. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты для приготовления кукси. Свинину помойте и нарежьте мелко. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Обжаривайте мясо 20–25 минут до полуготовности. Посолите, поперчите. Налейте 70 мл бульона или воды. Накройте крышкой. Тушите свинину с капустой до готовности. В миску разбейте яйцо. Взбейте венчиком или вилкой. Поджарьте на сковороде с обеих сторон. Лапшу выложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варите по инструкции на упаковке. После воду слейте. Охлажденный омлет нарежьте соломкой. Огурцы и помидоры произвольно, но не очень крупно. Соберите окрошку. В тарелку или миску налейте мясной бульон. Добавьте соль, сахар, уксус по вкусу. Влейте соевый соус. Выложите в миску отварную лапшу. Добавьте тушеную капусту со свининой, а также нарезанные помидоры, огурцы и омлет. Добавьте чеснок, зеленый лук и зелень. Корейская окрошка кукси готова. Можно подавать к столу.